вам как сидится? Комфортно. Комфортно. И удобно работать, не мешает, все. Слушать себя и слышать других – непростая задача. Ведь информацию мы получаем по разным каналам. Жест и мимика могут рассказать о человеке еще до того, как он открыл рот. Сегодняшняя тема открытой лекции для горожан – важность невербальной коммуникации. Я очень высоко оцениваю актуальность коммуникации в любом виде и считаю, что современников крайне важно неправильное слово «учить», а показывать возможности коммуникации и показывать, как наша жизнь ежесекундная зависит от того, как правильно, как интуитивно, верно мы выстраиваем коммуникацию. Мне кажется, это важно. Этой зимой в Барнауле уже в пятый раз стартовал проект «Культурные сезоны». Это серия лекций с публичными жителями края, профессионалами своего дела, экспертами в той или иной области. Елена Лукашевич участвует в проекте уже пятый год и называет его площадку местом встречи неравнодушных и интересных людей. А для Елены Чесновой это вторая лекция. Она постоянный игрок в мафию и с новыми знаниями по считыванию людей надеется побеждать. Мы общаемся очень так плотно вместе с лектором, изучаем, сами исследуем. Поэтому такой формат очень интересный. И на самом деле я сожалею, что я до этого не участвовала в прошлые года. И даже на детские семинары тоже записала своих. По статистике основным запросом является больше саморазвитие. То есть очень много интересующихся людей. И мы очень рады, что благодаря нашему проекту мы удовлетворяем потребность людей в знаниях, в каких-то новых открытиях для себя. Это на самом деле очень интересно. Для детей здесь проводят творческие мастер-классы, для людей постарше говорят о психологии, построении отношений, личного бренда, правильном питании. Лекции будут проходить весь декабрь. Для входа нужно лишь зарегистрироваться на сайте культурных сезонов. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.